Здорово. У Капеллы что-то случилось? Напомню, Капелле 3 года. Видите, здесь лужа. И здесь лужа. Или это все одна большая лужа? Капелла, иди-ка сюда. Капелла, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Ну и что это? Что это за хрень такая? А, Капелла, тебе 3 года, твою мать. 3 года. А ты сидишь в прихожке. Что случилось с твоим здоровьем внезапно? Что такое? Что за вообще вот акт такой устроила тут? Что тебя не устраивает? Короче, я чуть-чуть болею тут после операции, да? Но это не мешает прогулкам. То есть она, в принципе, гуляет в то же самое время. Капелла. Что за что? Такая взрослая, писаешь дома. И так много. Ну офигела, что ли? Ну смотри, копьешь. Ну это же вот отсюда. Вот тут вот так все. Вот это вот. Это все твоя моча. Нет, мне кажется, как будто это 2 отдельные лужи. А, нет. Нет, это как раз, да, один каньон такой получился. Капелла, не надо ко мне мазаться. Так больше не надо делать. Капелла, такая взрослая. Это собака. Второй день подряд происходит, Капелла. Глаза такие, как будто ее сейчас убьют. Как будто сейчас ее будут, короче, я не знаю, терзать, казнить. Прям что-то жесть будет происходить. Уничтожит собаку. Да, прям ее, мне кажется, она сидит, накручивает себя. Как ты. Да. Она сидит, думает, что сейчас будет? Все капец. Капец! Капелле капец! Капелла, сейчас будет что-то твориться. Да ладно, успокойся. Просто так не надо больше делать. Ага. Окей, Си. Улыбнись, капец. Аккуратная такая, вообще капец. Короче, пока лужа не уберется, и пока мы будем с ней здесь сидеть, она, я думаю, будет вот это вот все изображать из себя. По-любому, она не успокоится, будет так и дальше себе накручивать. Да капец. А? Не реагирует мяг, можно убирать. Ну ладно, её снимай. Она только что вообще по-другому смотрит. Только кайма. О, теперь нормально смотрит, типа. Оп, а на меня вот так. Да все, убирают уже. Ты можешь отдыхать, ты можешь отойти, пойти куда-то, лечь. Но она не понимает этих речей. Она понимает только, а кто это сделал, зачем, Капелла, как ты могла? Вот это она понимает, я так думаю. А другое, вот типа, Капелла, иди отдыхай. Типа, команду отдыхай, она тоже знает. Но смотрите. Нет. Ничего не хочет слушать. Иди, иди. Все, нормально. Все нормально, Капелла. Нормально, нормально, братан. Дай, дай лапу. Нормально, только нормально. Не делай так больше. Только так не надо больше делать. Все. Все хорошо. Да успокойся ты, ладно, Капелла. Переживем. Просто непонятно, что с ней случилось, что второй день подряд она обоссывается тут. Вроде ничего сушенькового ей не даем. Кормим по норме. А что это ты вот такая?